Пинск. Этого мужчину милиционер нашел спящим на окраине города. Добрая женщина сообщила, что у проселочной дороги лежит человек, велосипед и мертвая косуля. На самом деле была еще пустая бутылка. Велосипед ваш? Мой. Косуля чья? Не знаю. В смысле? Нашел. Где? Дорога. Мужчина решил подобрать сбитое машиной животное и выпил на радостях. Да так, что не довез добычу до дома. Уснул по пути. Действием гражданина будет дана правовая оценка за незаконное перемещение и разделку животных, в том числе и погибших. Предусмотрен штраф, либо исправительные работы, либо арест.